Здравия желаю, братья и сестры, с вами как всегда TankerKane. Мы продолжаем проходить Warhammer 40,000 Space Marine 2, это у нас 4-я серия. Так, что у нас имеется, кстати? Тяжелый пистолет. И да, полуавтоматический тяжелый болтер. Болт-винтовка ГП. Болт-винтовка с... И карабин, болт-карабин Oculus. Скорострельный карабин средней дальности с увеличенным магазином. Нет, мне нужно подальше. Ну, более дальняя дальность. Как бы это странно не звучало. Я надеюсь, кстати говоря, что как в прошлой серии не будет конфуза с стерео режимом. Вот. И все будет работать как надо. Напомню, что в прошлый раз, да, ровно наоборот как бы работал, звуки работали. Да, где это? А? Юмористы, однако. Не знал, что, кстати, космодесантники умеют шутить. Да, за императора. А, все, он сдох. Еще идут. Бить ксеносов. А, он сдох же. Охренеть. Вот это крутые, однако. Да, все. Звуки уже нормально работают. Майор Саркана, это сержант Байрон. Мой отряд понес тяжелые потери. Получили помощь от Адептус Астартес. Байрон, оставайтесь на позиции. Я пришлю за вами Валькирию. Так точно. Адептус Астартес, это же не Примарис вроде как. Хотя хер его знает. В этом плане я уже не особо разбираюсь. В лоре Вархаммера. Он здесь. Кто? Откуда ты знаешь? Что-то не так. Новая вражина. Вот он. Оружие к бою. Прими смерть, ничтожество. Многовато патронов нам дают. Походу, тут бусфайт сейчас будет. Какой толк, блин, без шлемов ходить постоянно? Ну, это явно отсылка к хищнику. Мне кажется так, что это отсылка. Сволочь. Туда, брат, кажи себя, груз. Смотрим это место. Короче, надо по звукам ориентироваться. Эй, я же уклонился. Отпусти меня. Угроза с фланга. Ай. Сволочь. Это мне пригодится. Заряжаю оружие. О, получил достижение. Но его некогда мне читать, к сожалению. Да не в того. Да черт. Сложноватый босс. Да я же нажимаю на Си. Сдохни, тварь. Готов, ублюдок. Майор Саркана, вы были правы. Здесь охотился Лихтер. Полагаю, вы с ним уже расправились. Верно. Больше он вас не побеспокоит. Поняла, милорд. Здесь почему-то связь прям... Ну, рация. Прям очень сильно искажает голоса. Очень сильно. Может, на них напало несколько таких тварей? Нет, ликторы охотятся в одиночку. Лаборатория в руинах. Будем надеяться, исследования Нозика не пострадали. Архимагос, мы на месте. Наконец-то! Спускайтесь на нижние уровни! Если подъемники работают, маршрут в прилову. Если. Ну, наконец-то он более-менее по-человечески заговорил. Я же достиг, что за фигня? А я же приближаю. А, черт. Попала. Архимагос, вход заблокирован. Ждите. Ого. Сколько мелочи. Ожидайте схватки с врагом. Так, а что у нас впереди-то? Опа, не зря слышал. А чё, где субтитры? Странно, где субтитры от аудиозаписи вот этой? Оскорбление неуместное, Магас. Ошибочное суждение. Это не оскорбление, а холодный анализ. Ну, конечно. Найдите главные передачи. Координаты прилагаю. Иной раз даже с орками общаться было приятнее. Да не то слово. Опять пропустили. Это наша величайший спуск на этом величайшем лифте, да? Да уж. Мы в лаборатории Нозика. Применяйте тактику отвлечения как можно дольше. Буду бить ксеносов в самые гущие сражения столько, сколько понадобится. Полагаюсь на вас. Брат, они пробрались под броню. Не заслужил он такого. Этот пиробластер поможет расправиться с потрошителями. Гадриэль, несокрушимому. Брат Дэдсон пал. Принято. Передал координаты Апотекария. Жертва нашего брата не будет забыта. Потрошители! Они наступают! Охренеть! Только дальнобойное оружие! Отгоняй их пиробластером, а мы тем временем будем их отстреливать! Фига не опасные, однако. Восполняю запас! Что нашел? Давайте осколочные возьму. Рон. Офигеть. Да их тут тысячи. Похоже, нам нужна вон та дверь. Надо пробиться через полчища тварей. Крыса. Собираю прибор. Электропитание подано. Священные каналы активны. Обнаружены ошибки в божественных матрицах. Искореняем. Не подходи к ним. отправляю на крышу согласно священной таблице. Сеть пробуждается к жизни. Активация двигается. Питание подключено. Продолжайте. Движемся к двери. Эта нечисть смеет нам мешать. Накажено за упрямство. Да. Отступают. Их дезориентировал синаптический шок. Тут чисто. Идемте. Замечательно. Что у нас тут? Опа, что это? А, карабин. Эти твари чем-то очень заняты. Их интересует биомасса. Люди. Опять гребаные мобеты из окна. Зачем экстерминатус, идиот? Пока же еще не все потеряно. Нашел боеприпасы. Ах вы свари. Свари. Мы идем вообще? А, мы обошли, что ли, путь? Понятно. Черт, гранаты вот сейчас мне пригодились бы очень. С этим я их уничтожу. Готов применить особый прием. Так-то лучше. Собираю снаряжение. Распорядимся им с умом. Опять эти снующие твари. Блин, сам подорвался. Опа. Все. Удрали, ублюдки. Это Дэдсы. Жаль, что вы не видите этих мертвых гадов. Клянусь примархом. Сегодня мы устроили настоящее побоище. Сигнатуры тиранидов упали на 90% и снижаются. Уничтожение Роя подтверждаю. Отлично. Возвращайтесь на базу. Так, что у нас тут? Чудесный дар кузницы. Ага, снайперы. Восполняю запас. Пора за работу. Или все-таки... Да, ладно, давайте ту возьмем обратно. Че-то надоели мне, если честно, вот эти вот коридоры. Еще высоко, брат. Реально, уже достали эти коридоры. Мы достигли передатчика. Анализ. Уровень эффективности ниже ожидаемого. Да ты заколебал, да, меня троллить. Архимагос, начинайте работу. Восстанавливаю соединение. Тираниды идут. Да я же уклонился. Опять. Да подожди ты, блин, не видишь, занят. Наконец эти твари отошли. Отлично. Заряд генератора максимален. Повторить процедуру со следующим генератором. Архимагос, продолжайте. Подключаюсь к системе. Замечание. Обеспечить нулевое освещение. Другими словами, не двигаться. Еще достижение. Офигеть, что творится. Охренеть. Хуевы тучи их просто. А где он? А. Меняю магазин. Собираю припасы. Не, это пиздец, что-то их совсем много. Да давай уже быстрее. Анализ. Передатчик активирован. Данные поступают. Наконец-то. Вы хотите рассказать о своем исследовании, Архимагос? Отрицательно засекречен. Остается только выполнить. Статус передачи завершена. Ваша помощь больше не требуется. Саркана, сопроводите Нозика в Громовой Ястреб и позаботьтесь, чтобы он покинул планету. Есть, милорд! С удовольствием! А вот и таймер вышел. Избавились от этого нелепого поручения. Да я рад, что голосом теперь пользоваться не нужно. Нелепое средство общения. Возвращаемся. Этот лифт идет на крышу. Сейчас блябуда опять пропустят. Да, точно. Архимагос, подтвердите получение данных. Это Лерел. Данные приняты. Носик на Громовом Ястребе. Жду распоряжения. Вывозите его. Есть. Майор Саркана, докладывайте. Нет бронебойных снарядов. Несем тяжелые потери, но пока держимся. Идем вам на помощь. Носик. Их подбили? Лерел, ты меня слышишь? Ну, кто бы сомневался. Майор, вы видели, что случилось? Никак нет, мы не заметили удара. Территория находится под контролем Роя. Нужно добраться туда, быстро. Внизу есть оружейные. Ранцы. Сэр, а гвардейцы? При всем уважении, мы гадзианцы. Мы можем за себя постоять. Ну, удачи вам, кадьянцы. Ладно, я предлагаю пока что на этом закончить, раз уж мы добрались до контрольной точки. Тираниды быстро заполонят место крушения. Даже если Нозик еще жив, времени у нас мало. Наши братья на борту Громового Ястреба быстро разделаются с тиранидами. Если они сами уцелели. Не хочу об этом думать. Сегодня и так погибло слишком много наших. Мы на войне. Всех нас ждет смерть. Ладно, все, продолжим в следующий раз. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, оставляйте отзывы в комментариях. Также не забывайте делиться с этим видео с друзьями. А еще вы можете подписаться на мои социальные сети в описании к видео. Всех целую, всех обнимаю, всем до встречи, всем удачи, берегите свое здоровье, да защитит вас Бог Император. И самое главное, помните, один путь, одна цель. Наш народ поет о победе. Победа, пока галактика пылает. Победа, пока Империум гниет вокруг нас. Победа, пока человечество сражается за жизнь. Победа.